Я еще раз повторю, что жизнь удивительный скульптор. Просто она долгая, понимаете? То есть нам, ведь в чем суть достройки Яковлева? Это происходит быстрее, чем достраивает жизнь. Многократно. Ну, то есть, по сути своей. Вот жизнь, которой, как Палыч говорил, обычно хватает. Вот жизнь его скульптурирует человека до смерти, да? И может не успеть его достроить до смерти. Я говорю, что мы берем человека вот здесь, начинаем его достраивать, и уже вот здесь он достроен. И здесь он живет уже достроенный. Соответственно, добивается большего того, что он хочет, получается, ну, короче, становится как бы другим, успешным и прочие, прочие там вещи. То есть мы просто ускоряем процесс достройки. И всего лишь навсего. Мы просто ускоряем процесс достройки. Очень многие люди этого не понимают. Что мы просто ускоряем процесс достройки. Они считают, что мы там что-то хотим сделать и так далее. И так далее. Нет, его жизнь сделает. Жизнь научит, так же и говорят. Не хочешь учиться, тебя жизнь научит. А что такое жизнь научит? Это неудача, да? Неудача, неудача, неудача и дебил. Развалило. То есть строила, 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 кубики раскидала. Строила, 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 опять кубики раскидала. Строила, 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 опять кубики раскидала. Каждая неудача, вот вы во что-то бьетесь, это разбросанные кубики, которые обратно потом нужно собирать. Хотите вы этого или не хотите? В результате получается, что каждая неудача или серия неудач, она вас разбирает так, что вам потом сначала собраться надо, а потом опять в жизни, чтобы вас опять строили. Жизнь вас опять строила. И как только вы строите, вы начинаете сопротивляться, она вас строит, вы начинаете сопротивляться, она вас строит, вы начинаете сопротивляться, попадаете в ситуацию, бам, кубики разбросаны. Опять собираем кубики, опять начинаем заново построение. То есть, поэтому жизнь так может не успеть вас скульптурировать. Просто не успеть. За вашу жизнь, вас жизнь может не успеть построить. Я говорю, вот мы понимаем, как недостроено. Вот стены стоят, вот так они. Мы достраиваем как, так, как надо, быстро. В соответствии с линией. Либо Соломона, либо Давида. Мы закладываем этот алгоритм. Ставим его в круг, и все, и уже фундамент есть, как бы, плоскость приложения усилий есть, понятно, что нужно делать. Понятно, выбор профессии, выбор действующих лиц, все ясно, как бы, и прекрасно. Все верно. И когда мы достроили, вот уже достроено все, да, мы на память переходим. Мы начинаем из этого построенного делать что? Эксклюзив. С помощью памяти. Времени дофига еще. Мы быстро построили, а потом переходим на память Попова, начинаем делать что? Уникального человека. И ведем его к состоянию сверхчеловека. А в обратном случае мы делаем эксклюзив, который способен добиваться определенного рода результатов, таких, которые не может добиваться никто. Потому что Попов будет переделывать. Он не будет достраивать. Он будет разрушать до основания, форматировать диск и заново все строить. Нельзя человека построить из того, что есть уже. Сверхчеловек не получится. Достойный человек получится, сверхчеловек не получится. Нужно перестраивать все полностью. А это не всегда нужно. Можно построить и с помощью элементов памяти изменить это настолько, чтобы это стало сверхчеловеком. Переделать прототипологический год. Вот мы построили, все нормально, у нас все работает. Взяли, в определенном темпе переделали прототипологический блок, переделали архетипологический блок, изменили сердечек медленно в родовой концепции и спокойно получили сверхчеловека. Уже на базу, которая существует, мы ее так изменили, видоизменили, что получили сверхчеловека. То есть изменили свойства. Но когда мы говорим о получении достойного человека,
то нам достаточно терапии Ягоды, мы можем к терапии Попова не переходить. Или нам сразу нужен сверхчеловек, то мы сразу форматируем, начинаем конструировать с прототипологического блока до сознания. Все, заново. И менять. Это долго. Это не один день. 2-3 года. 4.